Здравствуйте! Сегодня 9 января 2022 год. Попробуем пересадить декабристы. Вот такие маленькие декабристы я купила. Посажу в горшочки побольше. Сделаем эксперимент. Ведерко насыпала землю для пальм. Пепел из печки нашей. Вот стоит ведерко. А здесь недавно я кокосовую стружку заливала водой. И вот у меня кактус, еще декабрист есть, который немного у меня испортился в горшочке. Я его поломала, все здоровые веточки выломала и временно посадила вот сюда. Дня три сидят уже здесь во влажных кокосовых стружках. А вот цветочек посередине, вот этот зеленый, три веточки отломила. Пока сидят здесь, тоже их посажу. Ну вот смешаю кокосовую стружку и землю для пальм и пепел. Ну вот 7 лопаточек взяла. Кокосы. Вот таких вот лопаточек. Получилось пополам земля с кокосом. Вот буду сажать в такие горшочки высотой 10 сантиметров. Вот декабрист сидел в горшочке высотой 7 сантиметров. Теперь пересадила его в горшочек высотой 10 сантиметров. А вот как выглядит горшочек, который внутри. Он немножечко туда проваливается. Вот здесь расстояние у нас. Я туда насыплю, на дно насыплю керамзит. Вот у меня есть. Сейчас насыпем. Ну вот насыпала керамзит. Пустой горшочек беру. Проверяю. Подходит. Берем декабрист. Это беленьким он должен цвести. Вот, прекрасно. Все, сидит в горшочке. Земля в нем влажная, потому что кокосовая стружка была залита водой, и она была мокрая. Так что поливать пока не будем. Поставлю на северное окно. Если там будет мало света, то на западное. Декабристы любят солнце, но не так много. Потому они цветут зимой, потому что очень много солнца не любят. Ну, конечно, в темноту их, конечно, не надо ставить. Вот еще у меня были остатки минеральных удобрений. Я их насыпала сюда в землю. Тут еще от моего покупного кактуса, который цветет белым, оторвался кусочек. Я его сейчас посажу в землю. Вот он так выглядит. Без корешков. С маленьким цветочком. Ну вот еще раз. На дно керамзит. Пустым горшочком вот проверяю. Все хорошо. В другой горшочек насыпала землю влажную. И сейчас укореним. Вот такой у нас кусочек. Я его по ушки сейчас воткну. Вот это можно вот так немного. А можно ниже. Оп. Тут тогда три таких коленка получается, могут укорениться. Чуть-чуть прижмем. И готово. Тьфу-тьфу, расти большой.
Вот у меня сейчас новенький розовый декабрист. Я его посажу в такой кремовый горшочек. Вот такая у него корневая система. Ну вот у него розовые бутончики. Будет сидеть в таком горшочке. Тут от моего декабриста кусочки. Вот они. Сейчас мы их посадим в горшочек. Землю немножко уплотнила. Слегка. Сейчас посадим. Ну вот возьмем два кусочка. Я полностью не буду его. Только первую часть. Вот так воткну. И вот этот кусочек. А этот я полностью первую часть заглублю. Вот так. Немножко придавим землю. И готово. Вот так немножко на расстоянии они посажены друг от друга. Вот так это выглядит. Сейчас вытрем. Поливать тоже не буду. Земля влажная пока что. Ну вот. Вон цветочки. Моя бабуля пела. На окошке два цветочка, аленький да синенький. Про любовь никто не знает, только я да миленький. У меня немножко больше цветочков получилось. Еще два таких же. Вот этих малышей сюда поставим. Опа. Потом для них горшочки найдем. Вот. И все. Спасибо большое. До свидания.